если бы я не стала моделью, то стала бы... Потому что я работала очень-очень долго над тем, чтобы у меня все это получилось. И пока я не дошла до победного конца, не остановилась. Ой, чего я только не одевала, вы даже себе представить не можете. На своей работе у меня были леопардовые лосины с люрексом. И тут какие-то розы красные, парики. Все. Для любой женщины счастье – это... Наверное, это любимый человек, это успех в работе. То есть это самореализация, реализация в семье. Если у тебя есть любимый человек, у тебя великолепная семья, дети, ты успешна в работе, то давайте будем честными. Туфли, сумки, украшения, платья. Любая женщина, любая, даже самая маленькая, самая взрослая, всегда будет радоваться новой одежде, красивым вещам. Это всегда здорово. Мое секретное оружие – это, не знаю, улыбка. Больше улыбайтесь, и жизнь будет вам казаться гораздо лучше. Наверное, гламур – это коктейль из новостей, из красоты, из стиля, из вкуса, из красивых мужчин и женщин, которых печатают в этом великолепном журнале. Гламур – это энергетический коктейль. Счастье. Коктейль счастья.